Что-то здесь не так, что-то не так. Либо я какой-то стол не сделал. Не знаю, Роквелла что ли заспаунить. Давай заспауним ради прикола, посмотрим. С него может эссенсию можно взять. Мне только босс эссенсии, то есть это не подходит. Могу ворчику еще вызвать. Яйцо. Опаньки. Значит, ворчив у нас, погоди-ка. Молишь за ворчив. Ремейт. Это трибут. Нила заворчив драго. Я админу писал, может он изменил? А вот примордил спаунер. Да ничего он не изменил. Мы можем сделать Нила за ворчив драго. Use this spawn Нила за ворчив драго. Давай элемента подкину. Вартен трофи нужен, да? Там мне их хватает. Так, а здесь у меня есть что-нибудь? Должен же я как-то примордию сюда придамить себе или призвать что-то. Ну, Dragon Trophy, к сожалению, у меня столько просто тупо нету.
здесь? Драгон у нас только там, но у нас его мало, блин. Четыре штучки, да? Жизнь давай подзакину. Да. Еще надо голов этих насобирать, драконов. Ладно, насобираем. Не за сегодня, так за завтра. Где головы? Ну, головы, скорее всего, те. Да. Это немножко меня удивили. Так, где ты грёбаный спаунер? Здорово. Роквелл. Чё-то знакомое, но не помню что. Интересно. До 3 минуты наступило. Посмотрим, сколько у дракона осталось хп. Ну, не хп, а кислорода. Так, кислорода у тебя осталось 5000, да, где-то ушло. Да, 5000 ушло, значит, на 8 часов он может здесь у меня под водой спокойно тусовать. Его оставить там? Чё, и клона специально тогда? Бомжара такой. Типа подарили, может. Я вот пытаюсь. Не получается. Ибо... Но это не работает. Какая прелесть. Дерьмо. Подышал. Давай обратно. Так. ФПС было 15, сейчас сразу 40, 50 уже. Нормально. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Какие киллы-то есть? Фейбл есть какие-нибудь тут?
Ладно, да, долетим за додиком. Раз фейбл кидлы есть. Так, и чё мне еще? А, вот что я хотел как раз посмотреть. Сейчас, короче, и посмотрим. Во-первых, нет ли ценного ничего, потому что я все сейчас сбрасываю, даже не смотря. Во-первых, кровь. Она ценная, скотина. Не, артефактов у меня хватает. С этим не поспоришь. Я их насобирал на хорошее количество и хорошую бойню. Просто тут, блин, не в этом. Пошли, я отхожу пока. И попрем сейчас искать фейбла, да? Так, фейбл додик. Дидифурус по-другому. О, есть. Еще топовый даже есть. Это хорошо. Так, сохраняем. Сейчас посмотрим, сохранилось или нет. Самое интересное. Так, пока берем свои снаряды. Мы будем усыплять его, в принципе, птером. Здесь без вариантов. И да, кстати, оно не сохранилось. Ладно, 45 на 40. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я забыл правильно. Мозг я свой забыл. Вопрос в том теперь, а был ли он вообще? Во-первых, таймер хелпер. Этот раз. Во-вторых, где мои, блин, снаряды ядрить напополам? Хватит винтовки. Хватит. Обязательно взять. Это пару хилочек. На всякий. Так, 45 на 40. Если место спокойное и тихое, усыпим быстро. Что-то я очень сомневаюсь. Что-то я сейчас очень сомневаюсь, что там вообще тихое место может быть. Погоди-ка.
Так, 45, 28, 40, 43. Он у меня где-то на и... А уже он так быстро сдох, это ж фейбл. Очень странно, слушай. Нет, я его здесь не вижу, просто топку. Так, следующий ближайший. 958 на 35. Ну это где-то вот так вот будет. А, так у него хп-то по родному, это ж капец. Чувак, у тебя серьезно по родному так мало хп? А еб твою дивизию. Не успел. Так, ну, в принципе, проблем с притамливанием его не было.
странно, конечно, много чего. Два Фейбл Хидла. Интересует меня, правда, сейчас другое. Во-первых, надо на него седло сделать. Это раз. Прокачать и попробовать им камень хоть пособирать. Без камня у меня просто жопа сейчас. Это реальное. Его надо до хрена и больше. Можно, конечно, бегать как фармить вот так вот, но это не то. Так. Бейбы, да иди, курс. Вот один раз купил пак, как он не помогает, да? А ведь думал купить. Ладно, давай так напишу. Вопрос третий, в каком столе, простите, это делается? Здесь до еды курсов нет. Прекрасно. Здесь что ли могут есть? И здесь до еды курсов нет. Ой-ой. А где анкилозавр? Какое на нем седло? Фейблет. Вашу, блин, дивизию. Это только в этом столе может делаться. Вот фейблеты все. Тауэр. А, вот дедику вот есть. Не надо удивляться, я же уклонировать сейчас собираюсь. Как минимум три штучки у меня должно быть. Зная себя, мне просто жалко его. Такая же скоростная скотина, как это, я понял, да? 600 плюс? Да, кто бы сомневался. Ой, у меня же здесь ничего нет. Давай-ка подзакинем осколки элемента. Там много, в принципе, не надо. Я говорю, они дешево стоят. Тут, походу, разраб постарался. Точнее, админ. Хотя бы вот такие вот Дина быстро кончатся. Потому что был бы не вариант. Я как сказать? Так, здесь у меня вообще оригинал, что ли, получается, бегает? Нет. Лом. Капсулы все, простите.
Так, в первую очередь. Вообще-то мы забираем тебя, чувак. Кстати, это у нас мужской пол, да? Я к бою он вообще сейчас не готов. Немножко его качаем. Уклона, думаю, можно и не прокачивать. А смысл? Были бы еще женские, я бы еще на яйца их оставил. Вот так вот. Не понял. Это что сейчас было вообще такое? Так, вот этого вот надо будет отдельный сейф положить. Сделаем заначку. И пошли одного вкачивать, на котором пойдем горцевать. А так пробежимся немного. Галопом по Европам. Ну, такая веселая тема. У меня еще обновление Венды идет. Вот найдут время. Первый час ночи. Совсем долбанули, что ли? В принципе, давай-ка я его полностью вкачаю. Если камни и собирать, то его собирать сразу да дофига надо. Как вспомню на базе, когда мы еще играли с парнями, там тоже расставят так, что хрен пробежишь. Постоянно к стенке их переставляли. Еды у него уже достаточно осталось. В принципе, он хилится довольно знатно, да? Подхилка нужна мне у ДПС снова.
добился практически того, чего хотел. Да, срет он, блин, как лошадь маленькая. Пазу всю засрал. Молодец. Ну, давай посмотрим. Ну да. Под водой та же самая бешеная. И я нахрена тень. А он тут умудрился нарваться. Рексик. Сколько с одного удара? Ни хрена себе. Петрить налево, ты прикидываешь? Обалдеть, он камень собирает. Кто-то тут развлекался сильно. Скажи, ты после каждого взмаха будешь срать? Ты издеваешься надо мной? Вот дел, да. Блин, сральная машина. Значит, он за место всех ресурсов. Я понял, то есть вот есть кремень, есть камень. То есть он собирает замен вот всех ресурсов, кремня, камня. Всего остального он собирает именно камень. Ядрич. Раньше такого не было. Единственный бонус был его, так это то, что он просто тупо мог. Имел бонус к весу этого камня. Все. Рекс какой-то. Не, ну он, конечно. Ужасно скоростно. Камень он собирает по фолочке. Я не ожидал такого, кстати. Хрена у него ДПС! Ты видел? Ни хрена себе. Маленькая машинка, блин, смерти. Я это сдохну, потом загружать же все. Обрати внимание, его как-то никто не хочет трогать. Да, надо анкилы, короче, сейчас топового будут потом притамить. И посмотреть, что он, на что он способен. Я, насколько понял, это получается у тех, которых мы покупаем. Просто, как говорится, времянка. Потому что это какой-то лютый трындец. Я не ожидал такого профита. Реально профит дикий.
Даже с рейтами 100 я собираю как будто на рейтах X, не знаю, 1000. Вот так вот. Один сраный камень. Ой, да. Вам пойдет охота за хитином, чувствую. Этот хоть поповоротливее будет, чем предыдущее чудо Анкило. Он намного мощнее Анкило. Камень собирает как бог. Хотя он и есть, в принципе, наверное, какой-нибудь бог камня. Камня добычи. Ты мелочь, что здесь делаешь? Главное, что с таким ДПСом ему мягко сказать, кто страшен, мало. Прикалываешься? У них тут что, целые семейства, что ли? Понять не могу. Чего они там воровали? Притамить надо на викинг-бэй и бросить, чтобы у них ДПС был маленький, но чтобы всех все тырили. Много хп, большая скорость. Слишком просто. Да это админ может покарать. Слушай, и за сколько мы времени? За очень быстро мы собрали очень дохрена. Вот это ядринутся можно, народ. Реально ядринутся. Я не ожидал, что будет настолько круто. Да, это очень круто. Слушай, ладно, на этом я закончу. В следующей серии увидимся. То есть мне надо сейчас таймить будет. Ну, не Дикуруса, а кого-нибудь наиболее поинтереснее. То есть у меня додик получился какого уровня? 1400. Это всего лишь как временная мера, ну да. Фейблот анкилозавр нужен по-любому, народ. Вот это, конечно, сейчас если анкило притамим, это уже в следующей серии, ну посмотрим, как он собирает.